Вселенная, в которой мы живем, не такая, какой мы ее видим. Наше представление об окружающем мире всего лишь удобная картинка, формируемая в нашем мозгу сознанием. Поэтому очень полезно иногда ее слегка перетряхнуть. В этом видео я собрал для вас очевидные вещи, о которых вы никогда не задумывались. С вами профессор Гуглов. Поехали! Спасая чью-то жизнь, вы просто откладываете его смерть. Норвегию и Северную Корею разделяет только одна страна – Российская Федерация. 80 самых богатых людей мира имеют больше активов, чем самые бедные 3,5 миллиарда человек. Вы будете последним человеком, который умрет при вашей жизни. Марс – это единственная известная планета, полностью населенная роботами. В данный момент их 7. Вы всегда видите свой нос, но ваш мозг просто фильтрует его изображение. Ваш возраст – это просто количество раз, которые вы пролетели вокруг Солнца. В вашей жизни было мгновение, когда вы были самым молодым человеком на планете. Если близнецы девушки женятся на близнецах-юношах, то их дети, с генетической точки зрения, будут родными братьями и сестрами. Каждый раз, тасуя колоду карт, вы получаете случайную комбинацию, которой, скорее всего, никогда ни у кого не выпадало раньше. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся.